Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko. To jest pierwszy odcinek z Zagrajmy w Metro 2033 Redux. Gra praktycznie wyszła już niedawno i postanowiłem, że fajnie byłoby coś takiego nagrać, ponieważ osobiście grałem w 2033 pierwszą część. Natomiast nie udało mi się nagrać, ponieważ no tak wyszło, że po prostu nie pozwolił mi na to komputer, żeby nagrywać i zaczynamy nową grę. Okej. Myślimy Spartanin. Tak, Spartanin. Trudny Stalker. Aha, dobra, tutaj musi być normalny. Niech będzie normalny. Okej. Niech będzie. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем... Але дробина? Спасаем ли мы наш мир? Или обрекаем его навсегда? Зупенька она. Пенька дробина. О! Ну, właśnie. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. О том вам говорил, что... Она пенькала нормально. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай. Паянки какие? Я прикрою. Йены. Обжидливо. Отворить, так? Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Добра, ну то мы тут отворить. Притримай. Куцнемы. Артём, пошебуши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. В которой? Тутай? Добра. Амуниция. Амуниция. А ту? За мной. Амуниция. Dobra, mam sporo zapas amunicji. Mam nadzieję, że starczy. No все, давай наверх. Latarka. Tak, tak. Похоже, никого нет дома. Chyba nikogo tu nie ma. Zabudź nadzieję противогаз. Ale ja w to nie wierzę. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. О, widzicie to? Widzicie? Отсюда до башни два шага. Maska. On tu je zaraz skoczy. Tak. Nie. Boję się. Zaczyna się robić strasznie, jak horror normalnie. Jen. Dobra. Dobra, dobra, kolejny. Jeden, ile ich tu jest? Okej, okay, dobra. Już szli w moją stronę. Dobra, fajnie, padają ładnie w miarę. Rozsądnie. Mam nadzieję, że się uda wszystko fajnie zrobić, bo... O, jest strasznie. Tianiem w mieście. Gotów? Tianiem. Пошло. Двинули. Але пенький, зваться чем то всё. Вот она, наша цель. Наконец-то. Ксенжиц. Уйман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Добре, бо хотел перетрить маску только. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято.
Следующий сеанс связи, когда поднимемся. Так выглядит Земля по... Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. По катастрофе. Надо прочитать шрифт, а бьет. Что это было? Наш? Как добрались, товарищ полковник? Слышь, Дашу, слышите? Какого чёрта? Круг, быстро! Кто еще шикует? Ян, ile tego tam? Spokojna. Spinu берегите. Spinu берегите. Держать. Круг. Dobra. Wow. Nie. Chłopaki, nie to, tylko nie to. Jeden jak strasznie to wygląda. Diamony! To chyba było zaplanowane. Ale myślałem, że zginąłem. Jeny. To się nazywa strach. Metro? Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер. Хантер. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Dobra, zatem udało się przeżyć. Znaczy, to jest chyba 8 dni wcześniej, z tego co słyszałem. Ale zobaczmy dokładnie, na czym to polega. Ostatnio byłem w Oświęcimiu i takie obrazki miałem okazję widzieć właśnie, więc klimaty jak najbardziej trafne. Potrafili dopasować grę. Książki osobiście nie przeczytałem całej, chociaż zacząłem czytać i bardzo mi się spodobało. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придёт Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Wszędzie jest zakaz palenia. Ciekawe dlaczego. Пойдём, Артём, пойдём. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого Саша. Не боюсь. И что ты хочешь так сделать с черными? Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Давай послушаем Хантера. Зачем? Ale schody. Сережа. Привет, Артём. Витай. Снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Мам, все под контролем. А, долго нам еще пойдем, ждать? Пойдем, Артём, пойдем. Леша, боже ты мой. Что же... Массакра. Направда массакра. Посторонним нельзя. Что Петр. Всем, не знаете? Отвали от него. А, извините, не узнал. Леху кто-нибудь видел? Товарищ Сухой. Здорово, Артём. Витай. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. А тех двух то хвала мы, что были мы перед фильмом. Ты. В стемпе. Не выходит. Нет,
Нет, право. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinku. Na razie. Cześć.